погоду. Вот такой вот это еще нельзя. Меня в мир послали, говорят, в миру мира нет. Посылаем тебя на великое послушание в миру. Сегодня я не хочу. Опьянелый на почве не трогай меня. Красота, это черт знает, что такое. Да это я пошутил, что вы это. Слишком мы камеру сударно сосчитали. Все-таки не застрелился и даже сейчас рассказывая, немножко размазал, чтобы себя похвалить. Ну, насекомые сладостные. Душенька, как? Живут. Большая книга. Все-таки ее надо было как-то освоить. Не было инсценировки, это мы просто репетировали, проживали роман. Это занимает довольно много времени. Хотелось уйти вообще от инсценировочного принципа. Поэтому мы подчеркиваем, что это пьеса по Достоевскому, а не буквально роман. Там была масса стадий от полнейшей любви к, наверное, даже в какой-то момент к ненависти, но я думаю, это нужно было пройти в любом случае, чтобы прийти к полному принятию, к какому-то осознанию, и дальше уже просто в этом быть. Нужно было в любом случае это все пережить. Спектакль сложно устроен и сложно сочинен, и сделать его то, чего хочет Лев Абрамович, сделать его таким абсолютным, как сказать, ну, без сцен, то есть без одной склейки, то есть сделать его от начала до конца, чтобы он пролетал, это довольно сложно.